20 лет назад, окончив Ленинградский институт физкультуры, приехала в Петрозаводск Наталья Яковлевна Лепнина. Стала первым в республике тренером по художественной гимнастике. Подготовила 17 мастеров спорта. Наталья Яковлевна не только умелый педагог, но и спортивный судья высокой квалификации. Она возглавила судейскую коллегию на проходивших недавно в Петрозаводске соревнованиях на Кубок РСФСР по художественной гимнастике. Абсолютными победительницами этих соревнований стали сразу две гимнастки – Галима Шугурова и Наталья Крашенинникова. Вы видите выступление Галимы Шугуровой из Омска. Выступает Наталья Крашенинникова из Ставрополя. Соревнования в Петрозаводске стали значительным событием в спортивной жизни страны.